Приветствую вас на канале HardReset.info, и сегодня я покажу, как на устройстве Oppo A15s включить портативную точку доступа, то есть раздать Wi-Fi. Для начала переходим в панель быстрого доступа и находим кнопочку «Персональная точка доступа». Держав на ней палец, можем открыть некоторые настройки, тыкав по ней разок, можем переключать ее. Например, можем изменить ее имя, можем выбрать протокол защиты, можем изменить пароль, можем изменить диапазон частот, можем ее сделать необнаруживаемой для других устройств, можем управлять соединениями, например, можем добавлять устройство в черный список, можем изменять максимальное допустимое количество подключений, можем установить ограничение трафика. И также можем автоматически отключать точку доступа после 10 минут, когда никто не подключен. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.